Сегодня в Ульяновске отметили 98-ю годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Центральным событием даты стало возложение цветов к монументу пролетарскому вождю. Память нашего земляка почтил губернатор Алексей Русских, а также члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, регионального законодательного собрания. К ним присоединились представители общественных организаций. Среди них ветераны, юные патриоты, а еще активисты волонтерских движений. Имя Ленина, оно навряд ли кому не знакомо во всем сегодняшнем мире. Это великий человек, который изменил, в принципе, историю человечества. Миру наша ульяновская земля дала такого человека, о котором знает весь мир и будет долго знать. Владимир Ильич Ленин, который структурировал весь 20 век и первый фактически попытался не только реализовать свои идеи, а идеи – это те, о которых всегда мечтало человечество, создать справедливое общество. Сразу же после церемонии на Соборной площади состоялся небольшой митинг. Его участники подчеркнули важную роль исторической личности. Было сказано, что идеи нашего земляка востребованы и поныне.